спортивном зале Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России состоялась торжественная церемония открытия 9-го международного турнира по боевому самбо, посвященного памяти генерал-майора милиции Виктора Васильевича Воробьева. Августа в Ставрополе проведена торжественная церемония закрытия 9-го турнира по боевому самбо имени генерал-майора милиции Виктора Васильевича Воробьева. В турнире принимали участие 13 команд, представлявших полицию МВД, субъектов Российской Федерации, а также команды из Федерации боевого самбо России, представляющих различные города нашей страны. Дипломы, памятные медали и ценные подарки были вручены победителям соревнований в личном первенстве. В весовой категории до 50 кг Аскеру Баргунову, город Москва. В весовой категории до 62 кг Марату Пекову, город Москва. В весовой категории до 68 кг Магомеду Камилову, Федерация боевого самбо Республики Дагестан. В весовой категории до 74 кг Ибрагиму Тибилову, Федерация боевого самбо Республики Северная Осетия Алания. В весовой категории до 82 кг Исламу Гугову, город Москва. В весовой категории до 90 кг Анвару Чергесову, Федерация боевого самбо, город Пятигорск. В весовой категории свыше 90 кг Сергею Черенкову, Главное управление МВД России по Волгоградской области. Награды за лучшую технику был удостоен Марат Пеков, а Шамиль Баширов из ГУ МВД России по Ставропольскому краю занял второе место в категории бойцов весом до 82 кг. В общекомандном первенстве первое место заняла команда Московского энергетического института Российского государственного университета кооперации. Второе место – Главное управление Министерства внутренних дел России по Волгоградской области. Третье – команда Федерации боевого самбо Республики Дагестан.